Ребята, всем привет! Вы снова на канале Вечно худеющей Татьяны. Сегодня мы с вами будем ужинать. На ужин у меня вот такой вот чудесный холодник. Ух, чтобы не пролить только. Кстати, купила специальную тарелочку для супа, очень красиво. Так, и к холоднику у меня одно вареное яйцо и зелень, соответственно. Ну что, приступим? Холодник вообще обожаю. Вообще он вот такой густой. Просто великолепно. Подвину, чтобы было удобно. Вкусно очень. Есть, конечно, не умею. Давайте я сначала немножко покушаю, потом расскажу, как я его готовила. Холодненький, свеженький, только из холодильника достала. На улице уже тепло, вообще самое оно. Лучок. Яйцо. Давайте вместе вот так попробуем. Давайте немного расскажу, как я готовила. Здесь, так как у меня холодильник на 2 приема пищи, у меня здесь 250 вареной свеклы на терке, 200 грамм огурцов свежих на терке, ну и зелень сколько, в принципе, угодно. То есть у меня здесь и есть и укроп, и лук. Ну и здесь я немножко лука себе нарезала. Вот, касательно на каждый прием пищи, то есть их у меня 2, я еще 2 яйца отварила, то есть здесь одно яйцо. И раньше я тоже съела уже одно яйцо. Кстати, зацените ложечки. Купила специально мини-со, чтобы не стучать видео, потому что очень сильно слышно, как я по тарелке собираю еду.
Вообще, у меня сегодня достаточно интересный день порционный. Извините, что я так мало говорю, потому что я очень наголодалась. Мы только что приехали из города. Порционный сегодня интересный день достаточно. Сегодня... О, смотрите, ложка стоит. Вот тебе и стоит. Бывает. Просто хотела показать вам. Здесь такая штука есть. И она вот так цепляется. И ложка держится. Но у меня не удержалась. Вот у нас еще салфеточка. Ладно, я продолжу по поводу сегодняшнего рациона. Сегодня у меня чередуется день. Утром были запеченные яблоки. 350 грамм, это где-то 2-3 яблока я запекала. И в обед у меня холодник с одним яйцом. Потом опять яблоки. И потом опять холодник. Честно говоря, в этом дне самое вкусное — это холодник. Суп, конечно, я есть не умею. Аккуратно. А видите, кстати, как похудело лицо? Я уже меньше 100 килограмм вешу. Это чудесно. Вообще моя цель — весить 80 килограмм. Мне нравятся девушки, которые немножко в теле, но у которых все аккуратно, фигуристо. То есть, в принципе, для этого тоже нужно заниматься спортом. Яйцом вообще волшебно. Это вкус лета. Вкус лета просто. Смотрите. Вообще прикольные ложки. Там в наборе идет ложка, вилка и палочки. Поэтому в зависимости от рациона вы будете видеть либо тот, либо иной прибор. Я, честно говоря, прям наелась уже.
сидишь на диете, уже прям очень много еды можно съесть. За счет того, что вот, в принципе, здесь, в этой миске, все низкокалорийное, объем большой. Тяжеловато. Но нужно доедать все. Нужно доедать все, что прописывает диетолог. Это очень важно. Ребята, я вообще очень объелась. Спасибо большое вам за просмотры. Если ты также любишь холодник, как и я, ставь лайк. Вот, я в Инстаграме опубликую, как я его готовила. Еще раз все пропишу, поэтому также ссылочка будет внизу. И обязательно подписывайся. Пока-пока.